Ваша история века про пару дохлых виноделов из Чили? Меня заинтересовали не жертвы, а их убийца. Я пришел к выводу, что это 47-й. Лысый клон-киллер? Да бросьте, Джек. Он просто байка. Даже ЦРУ и ваше ФБР говорят, что его нет. Мы много чего говорим, Рик. Такая у нас работа. Дельгадо вел процветающий бизнес. Чтобы добиться успеха в тех краях, надо, скажем так, волноваться о безопасности. Мало кто мог провернуть такое в одиночку. Так значит, вы погнались за мифом? Погнался? Нет, нет. Мне просто стало любопытно. Делом заинтересовался мой знакомый из ЦРУ. Случай в опере усилил наше любопытство. Почитайте. Здравствуйте, 47-й. У нас есть повод посетить Парижскую оперу. Цели две. Знаменитый тенор и Ричард Делахант, посол США при Ватикане. Они стоят за группировкой, занимающейся торговлей детьми из Восточной Европы. Репетиции «Тоски» еще продолжаются, здание оперы бурлит жизнью, так что вы едва ли привлечете внимание. Посол Делахант наблюдает за репетициями из своей ложи. Он путешествует с вооруженным эскортом, однако других охранников там быть не должно. Хорошим прикрытием будет ремонтная бригада, обновляющая театр к новому сезону. Мы также оставили для вас пакет в гардеробе. В третьем акте «Тоски» тенор стоит перед расстрельным отрядом. Эта сцена может предоставить удачный момент. Это простая миссия 47-й, однако у агентства с недавних пор возникли проблемы в Париже. Будьте очень осторожны. Вот ваша куртка, мсье. Вам не нужна куртка, мсье? Нет, просто хотел взять кое-что из кармана. Я заберу ее потом. Что здесь сейчас идет? Труппа репетирует, готовится к гастролям в Милане. Плюс повсюду ремонт, работы полно. Жаль, сейчас не так красиво, как обычно. Ясно. А посмотреть на репетицию можно? Bien sûr. У нас всегда много гостей. Вы говорите по-английски. Сегодня к нам прибыл американский посол при Ватикане. Он сидит в ложе на втором этаже. Он сюда часто приходит. Посол обожает оперу? Наверное. Хотя, я думаю, он обожает Альвара. Больше, чем поклонник. И больше, чем друг. Мне кажется, они... Как вы там говорите? Я вас понял. Les toilettes derrière la scène, elles sont bouchées, alors faut qu'on aille dans les toilettes du hall d'entrée, quoi. Ouais, ouais c'est vrai. On dirait un vrai. Heureusement que ce ne l'est pas. Le journal télévisé américain nous rapporte que le vice-président des États-Unis est décédé suite à un accident d'automobile durant une visite à la Maison Blanche au Japon. Nous informons des développements dans les prochains jours. Акустика просто прекрасная. Парижская опера была построена по проекту Шарля Гарнье. Вокруг нас живая история. История культуры Франции. Как мне надоела эта опера. Sorge il sole perché indugiano ancora una commedia, lo so, ma questa angoscia eterna appare. Ecco, presto. Monsieur Dalbad, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Как мне надоела эта опера. По-вашему, и это был 47-й? Мы знали наверняка. Мы были так уверены, что отправили по его следам специальную группу. Но даже если этот человек существует, он всего лишь наемный убийца. Что в нем такого? Что в нем такого? Он идеальный клон. Его ДНК – наглядное пособие для любой генетической фирмы. Заполучив 47-го, любая страна-изгой быстро обеспечит себя взводом таких 47-х. Целой армией. Ваше заявление об опасности клонирования. Выходит, в этом их истинная подоплека? Конечно. Но вы ведь не возражаете против клонирования в целом? Развитие медицины, шанс на излечение... Медицина нам не поможет, если мы все окажемся под пятой диктатора с армией клонов. Не для записи. Джек, вы шутите? К сожалению, серьезнее некуда. Поэтому мы должны были убрать 47-го. На свободе он был слишком опасен. Почему бы не найти его создателя? Мы искали, но когда мы подбирались близко, наших агентов уничтожали. 47-й? Взгляните сами. Сожалею, что мы вынуждены встречаться вот так. Личные контакты опасны. Обычно вы более осторожны. Что происходит? Судя по всему, в агентстве идет утечка. Вот ваше задание. Спасибо. Потом почитаю. Ваша рана зажила? Ага. Это все? Есть одно но. Мы не смогли точно идентифицировать цель. Впрочем, там находится агент ЦРУ. Мы полагаем, он знает цель. Цена информации – его спасение. Значит, моя ставка растет. Уже учтено. Держите. Заказной яд? Пациентов выпускают из клиники только если они полностью излечились или мертвы. После введения яда жертва впадает в состояние спячки. Чтобы оживить, нанесите противоядие на губы. Что, если этот агент уже мертв? Я верю в вас, 47-й. Деньги уже переведены на ваш счет. С возвращением. Рада слышать, что вы полностью залечили раны. Ваше следующее задание в Северной Калифорнии. 3 мафиози поступили в клинику для лечения от алкоголизма. Один из них намерен дать показания сразу после выписки. Наш клиент желает избежать этого, однако мы не знаем, кто именно из троих является целью. Агент, отправленный в клинику, чтобы выяснить этот вопрос, не выходит на связь уже несколько дней. Клиника выпускает на волю только трезвых или мертвых пациентов. Агента, скорее всего, держит в состоянии опьянения по неизвестным причинам, так что вам придется убить его, а потом вызволить. Он нам нужен живым. Мы снабдим вас экспериментальным составом, который сделает его похожим на труп, а также противоядием, чтобы оживить его. С этой клиникой что-то не так, 47-й. Будьте начеку. Видал тут на днях Альбиноса? Я думал, он из клиентов, а оказалось врач. Хотел поговорить с чуваком из одиночки. Не был он похож на врача. Вот и я о том. Правда, все его бумаги были в порядке, а по виду я сразу понял. Парень не любит расспросы. Точно не любит. Какой новый врач, сестра? Ну, неприятный такой, с очень-очень бледным лицом. Я понятия не имею о ком. Доброе утро. Ваша комната А. Проходите в раздевалку, переоденьтесь в халат, оставьте на хранение одежду и личные вещи. Я должен обыскать вас, сэр. Спасибо. Проходите. Наши клиенты чувствуют себя лучше, если им есть с кем пообщаться. Я всегда готов выслушать ваши проблемы. Не стесняйтесь, заходите в мой кабинет. Если меня нет на месте, вам всегда поможет кто-нибудь. Может, тебе еще никто не сказал, но меня в это время обычно ты. Как я не догадался? Они накачивали меня психотропными. Такое со мной вытворяли. Конечно, тебя прислали расхлебать мою кашу. Вот, этот тип. Держи. Я вытащу тебя отсюда. Они меня не выпустят живым. Я знаю. Личность цели установлена. Продолжаю задание. Прекрасно, 47-й. Возможно, вам будет интересно это узнать. Нарушился хрупкий баланс сил между нью-йоркскими мафиозными кланами. И мы только что приняли два низкоприоритетных заказа. Помимо вашей основной цели, в клинике находятся два представителя одной и той же группировки. Уничтожив любого из них, вы получите бонус 50 тысяч за голову. Решать вам. Вас понял. Теперь вы улавливаете? Вы внедрили агента, и 47-й его убрал. У нас есть видеозапись. После этого случая мы вновь сели на хвост 47-го, и в итоге уничтожили его. Вы его правда поймали? Мы не просто поймали вашу байку. Мы убили его. И вы можете это доказать? Я покажу вам неопровержимое доказательство. Но как? В одной из наших программ по защите свидетелей была мелкая мафиозная сошка. Его охраняли 24 часа в сутки лучшие профессионалы бюро. Это не остановило 47-го. И вы убили его? Подготовьте машину. Джек, постойте, вы не можете бросить меня на середине рассказа. Берите папку с собой, поговорим по дороге. По дороге куда? К доказательству.